Гуляя с малышом, расскажите, что наступила осень. Одной из главных примет осени является такое явление, которое называется листопад. Каждое дерево сбрасывает свою листву. Листья кружатся, падают и устилают всю землю красивым ковром. Расскажите малышу, что с клёна падает лист кленовый, с рябинки рябиновый, с липы липовый, а с дуба падает дубовый листик. Прочитайте малышу красивое стихотворение. Опавшей листвы разговор еле слышен. Мы с клёнов, мы с яблонь, мы с вишень, с осинки, с черёмухи, с дуба, с берёзы. Везде листопад, на пороге морозы.